Подведены итоги интернет-голосования, опубликованного на сайте Ивановского аэропорта «Южный». Жители региона выбирали направление для путешествий. Руководство компании предоставило список из 10 городов России, в которые могут быть организованы прямые авиарейсы, действующие круглогодично. За месяц, в течение которого проходило интернет-исследование, голоса за полюбившиеся направления отдали более 2000 человек. В первые дни опроса наметилась тройка лидеров – Казань, Краснодар, Калининград. Спустя некоторое время администраторы по просьбе пассажиров включили еще два направления – Минеральные воды и Мурманск. В результате именно Минводы с минимальным отрывом в 0,3% одержали победу в опросе, обогнав главного конкурента – Казань. Окончательное решение – быть ли полетом за авиакомпаниями. Вот этот опрос чуть позже мы предоставим в авиакомпании. Вот как бы у нас из Ивана как бы вот по опросу вот, так, вот такая сеть маршрут. Авиакомпания, которую мы предложим, например, да, она, проанализировав свои пассажиропотоки, как бы скажет, да, действительно, там, например, вот интересно, появился Калининград, да.